Здравствуйте, ребятушки и девчаточки, я рад вас приветствовать на своем канале Жук Муравейники. С вами дядя Саша Великий и Ужасный. Продолжаем играть в игру Help Will Come Tomorrow. Иначе помощь придет завтра, а проще говоря, ППЗ. Итак, выживаем. В 1917 году товарищи ехали на паровозе, на них напали какие-то бандиты на Транссибирской магистрали. Теперь они выживают в лесу. О, моя сохранка загрузилась, да? Да, 14 дней. Ага, разобрался, как сохранение. А то мы тут с Пашкой играем, с сыном вместе. У него своя ветка выживания, а у меня своя. А в игре нет возможности делать несколько веток выживания. Так, у меня разрушилось укрытие. А, его засыпало, да? Так, ладно, сейчас будем разбираться. Все это не важно. Все это не важно. Давайте мы вам подбавим немножко огня. Точнее, вот так надо подбавлять. Блин. Мне же сказали, берешь, дядь Саш, вот так, и кладешь вот так, чик, а то глаза болят смотреть, как ты тут тупишь. Я понимаю, да, еще глаза болят смотреть, как я неправильно ищу шнурки в чистом поле. Только вы не обращайте внимания, что там, где нечистое поле, железная дорога, там бандиты ходят, а с ними лучше вместе не общаться. Так, значит, ты у меня никуда не пойдешь, ты у меня устал. И гражданин офицер, офицеры, вы все сильно, блин, устали. И поэтому сейчас будете сидеть. Так, это Леха. Это Вадик. Это Серега. Серега, тебе воды не осталось. Значит, сейчас у нас Вадик сделает воды. Вадик, ну-ка сделай красиво воды нам. И побратайся, брат. Так, Вадик. Еще говорят, иногда я кладу спать одного вместо двух. Надо на это мне обратить пристальное внимание. Так. Вадик сделал воды. Малорик. Малорик, Вадик. Ну что, давай в костер вот так накладем всего. Так, вот так. О, грейтесь, пока мы в силе. Я могу, кстати, яичницу теперь сделать. И мясо могу зажарить на гриле. Ой, да чего я только не могу, а? Так, Серега, ты оброс. Серега, у тебя борода, Серега. У тебя борода. Давай Вадик у нас сейчас с едой займется. Но еще кто-то должен раскопать укрытие, чтобы они там могли спать. Это сделает гражданин. Блин, если он сделает, то он, скорее всего... Давай укрытие раскопает. Все-таки у нас Вадик занос удалит. Блин, вам нужна лопата, Вадик, да? Да. Ух ты, молодец какой, молодец какой. А ремонтировать надо? Оно в каком состоянии? 36%, да, его надо отремонтировать. Так, ремонт. Что мы там для ремонта будем использовать? Для ремонта у нас очень много глины. А сколько глины у меня таким образом осталось? 16, очень хорошо. Так, и давай, ну, веточки вроде можно использовать. Все. И ремонтировать будет опять Вадик. Вадик, все на тебе, бедняги, все на тебе. Угу. Так, оно теперь у нас 61%. А, то есть его надо не раз ремонтировать. Ладно. Ты у нас будешь... А, у тебя еще осталось очко действия, поэтому ты сейчас нам приготовишь какого-нибудь миска. Давай ты у нас будешь кулинаром. Давай ты будешь кулинаром. Еда на гриле. Вареная еда, копченая еда. Так, а что там у нас за еда на гриле? Зажарить животное. Жареное мясо. Жареное мясо. Так. Допустим, я могу вот так вот приготовить. А, за раз он может 4 приготовить, да? Хорошо, жарь. Братушка, жарь мяско. Отлично, братушка, ты вообще жаришь, ну ура, ты просто нас радуешь, все, этот братушка у нас, так, вы есть все хотите, да? Ну, особо не хотят, на самом деле, устал господин офицер, и вот он, а это у него что такое, он рану получил, терять здоровье каждую ночь, если вы не перечитаете рану, через некоторое время у него поведет инфекция, блин, карантин придется вот этот вот строить, гребаный, да? Да, давай солидно сделаем, что нам там для солидно надо? Для солидно надо вот это. Так, потом. Ага, и ветки, да? Кто пойдет делать? Ты пойдешь делать? 3 очка за это затратится. Нет. А с кем же тебя, блин? Ну что, никто сегодня у нас не пойдет на вылазку, да? Так, с кем ты можешь работать? С Лехой, что вы там? Я тебя ненавижу, боевой дух падает. Я понял. А если вместо Лехи будет... У этого очко входа нет. А если Серега тоже ненавидит? Тоже минус 10. Блин, тогда пусть Серега один работает. Серег. Ну давай, брат, ну на тебя вся надежда. Чего недостаточно ресурсов? А, вот этого недостаточно, я понял. Угу, вот так вот, да? Да я не понял, почему ресурсов-то? Хвои не хватает? А, 20! А надо сколько? Блин, хвои не хватает. Тогда давай временное сделаем. Тогда давай, Серег, делать временное. Так, погоди. Так, солидно. На первый мы можем положить хвою, а можем не хвою. А вот этого не хватит? Хватит. Так, сюда.
у нас этого не хватает. Значит, у нас сюда пойдет шкуры. А сюда хвоя. Есть хвоя? Есть. Все, Серега может сделать. Серега, делай красиво, брат, нам карантин. И теперь нам нужно открыть возможность делать повязки. Где у нас повязки делаются? Дополнительные инструменты. Восстанавливать здоровье, шанс улучшить. Так, ага. Вот повязки, да? Бандажи, противоядие, бальзамы, перевязка ран. Угу. Так, но Серега это же делать не может. Это будет делать Леха. Не, он экономист. Он у нас экономист. Не-не-не-не-не. Да вы не будете ничего. Чего вы сразу забухтели? Один будет работать. Так, один будет работать. Не бухтеть. Не бухтеть, ёперный театр. Забухтели. У меня веревок не хватает. Так, я понял. А холсты у меня есть, чтобы мне их порвать? Холсты есть? Блин, как же ты так на ровном месте себе руку-то повредил, Вадик, а? Ну как же ты на ровном месте себе руку-то повредил? Это тряпка, а рвать только можно холсты. Вадик, Вадик, ну ёперный театр. Ну порвал на ровном месте ты себе руку, а? Так. Руку порвал. Нам не хватает одного шнурка. Все-таки придется вас отправить... Блин, а он... По одному нельзя, он устал. А как ему усталость? Что у нас временно снимает усталость? Этот персонаж умирает от истощения. Дайте ему отдохнуть, иначе у здоровья боевой дух заметно падут ночью. А-а-а. Правильно. Его нельзя отправлять на... Его нельзя отправлять никуда. Так. Что у нас там с силками? Чистокол. Действие. Проверить ловушки. Проверить ловушки. Так, вообще любит проверять ловушки Серега. Ладно, пойдет проверять ловушки гражданин офицер. Что-нибудь поймал? Ну, поймай что-нибудь, пожалуйста, в ловушках. Птичку поймал одну. Повторите попытку завтра. Так, птичку поймал. И что нам с птичкой делать? Где она у нас есть? Опять, смотри, миллион алых роз звучит. Из окна. Так, птичка. Свиристель, маленькая... Маленькие перья и немного мяса. Так. Хорошо. Снять шкуру животного. А свиристель сюда годится? Ну, как бы перья с нее снять, я не знаю. Шкуры, конечно, у нее нету. Свиристелька. Да блин. Так, дичь. Федя, дичь. Сними свиристельки. Перья. А, для лука перья и мясо. Хорошо. Оружие. Лук. Понял. Гарпун. Что там для гарпуна нужно? Лезвие. А зачем вообще гарпун нужен? Что гарпуном делать? Погоди. Погоди. А что там у нас? Лопаты, допустим. Оружие. Пистолет. Ага, пистолет. Пистолет это, конечно, класс. Инструменты. Допустим, лопату мы можем сделать. Что нам для лопаты надо? Ага, не хватает немного палочек, да? И конкретно нужны палки. Топор. Для топора у нас есть все, да? Что, прям есть все для топора? Мы можем сделать топор. А мешок? Что, для чего мешок нужен? Наверное, чтобы с собой таскать. Топор. Слушай, давай ты сделаешь топор. Серега. Ой-ой-ой-ой-ой. Диман. Ой-ой, как его зовут-то? Диман, да, Диман. Давай топор. Диман, делай топор. Так, Диман сделал топор. Диман вообще красавец. Нам, короче, вот этот чувакам, если мы не забинтуем, у него могут начаться проблемы, да? Но он сейчас пойдет у меня... О, Сереги с ногой! Серега ногу повредил, да ёк! Ой, ох вы офицеры нежные! Ох вы нежные офицеры! Так, на чем мы остановились? У нас есть топор. Позволяет рубить и обрабатывать деревья. Инструмент. Нельзя использовать. Как его использовать? Да-да, давай укрытие зарубим. Давай зарубим укрытие. Повторите попытку завтра. Так, ремонт. Расширить. Вот это я еще не расширял, да? Лезвие нужно. Хвороста не хватает. Я понял. А это что такое? Увеличивает шансы поймать мелких животных, силки установлены вокруг лагеря. А, нужны веревки, я понял. Так, чем мы можем полезным занять нашего уважаемого Леху? Леха, чем ты можешь полезным заняться? Чем мы можем себе скрафтить? Действие. Снять шкуру, инструменты, переработать ткани, оружие. А, гарпун я там какой-то мог сделать. А, ну, наверное, уже не могу. Или еще могу. Да, я веревку израсходовал. Все, гарпуна ты уже хрен сделаешь. Переработка тканей. Лук. Разбивка. Ловушки. Ловушка для зайцев. У меня есть для птиц. Есть ловушка для медведя. Тут нужна рессора. Ловушка для рыбы. Не могу. На все веревки нужны. На все нужны веревки. Так, и все мы расширили. Короче,
крафт я себе прокачал весь, осталось только обзавестись материалами, да? Блин, самое ценное у нас веревки. Да, веревки. Инструменты переработки ткани. Так, ну что, его чаёв наготовить, что ли? Пусть чаи наготовит, воды наготовит. Чем тебя занять, брат? Ты один у меня. И братать тебя не с кем, брат. Так, ладно, давай их накормлю для начала. Да, пусть яичницу сделает. Сырым мясом только, главное, не накорми. Я постараюсь не накормить их сырым мясом. Нужно позаботиться о качестве конструкции. Так, каждому по куску мяса. Так, все накормлены, отлично. Есть небольшое ранение. Так, фильтровать воду, брата, копченая еда, копченая рыба, копченое мясо. Копченое мясо. А у нас же есть мясо, да? Мясо закопченное в костре дает съедобным в течение. Остается съедобным в течение длительного времени. А, вот оно уже у меня испортилось, да? Или это другое мясо? Нет, это другое мясо испортилось. Ну, чего ты? Так, Лёха, вари. Оно долго не портится, копченое мясо, да? Слушай, а вот это мясо, которое у нас пропало, его, наверное, выкинуть надо. Что им делать-то, оно пропало? Вот. У каждого есть свои пределы, но на всякий случай, пока не выбрасываю это мясо. Да? А, невозможно выбросить. А я понял, оно, наверное, когда разрушится до конца, оно тогда исчезнет. Так, слушай, а что у нас там вареная еда? Вкусное рагу. Вкусное жаркое. Так, для жаркого что там нужно? Мясо нужно. А у нас есть мясо, да? Ага, так. Ага, и что там, веточку какую-нибудь? Давай какую-нибудь охрененную вкусную рагу зафигарим. И согреем их. Давай, давай, Леха, давай. Это должно поднять их боевой дух. Еще бы выпить. А выпить у вас есть, давайте я вам дам всем выпить. И закусить. Так, яичницу еще давай приготовим. Вареная еда, она у нас почему-то... Она у нас почему-то в районе... Да, давай, пока яйца не пропали до конца. Смотри, даже какие-то приправки кладут. Давай вот этот вот корешок. Давай, Лёха, ты у нас сегодня главный... Как? Чё такое? Яйцо? А чё, яйцо крякнулось? Так вот же оно. А оно разрушилось, да? А, погоди. Чё там по яйцу написано? Вкусный суп... А, это суп, это не яйцо, блин! А чё, яйца кончились? Это я суп с яйцом перепутал. Ах, это суп. Я ещё думал, что это яйцо. А яйца у нас разрушились. Это вкусный суп. Так, я понял. С яйцом ничего не вышло. Значит, тогда воды сделаем. Давай, Лёх, воды. Так, я понял. Теперь в укрытие. Ой, они все поустали. И Лёха устал. А его класть некуда, да? Блин, Лёха. Этот персонаж умирает от истощения. Дайте ему отдохнуть, иначе здоровье боевой дух заметно падут ночью. Запахал я тебя, Лёха. Ладно. Чай бы тебе какой-нибудь восстановительный. Давайте я супом накормлю. Это, конечно, вряд ли поможет. Ну, давайте супом накормлю, Лёха. Хлобысь. Согревает и очень вкусно. И еще. Ну, вот так вот. Лёх, ну я вот вынужден вот этих положить сюда отдыхать, потому что у них совсем все плохо. Так, спи. Он пойдет, и этот пойдет. Вот. Все, завершаем день. Лагерь и костер гасим. Да, то, чтобы мы были невидимые. Угу. Так, день завершаем. День 15. Ночь. Разговор у костра. Шумные соседства. После наступления. После наступления темноты в чаще слышатся новые тревожные звуки. Сначала потрескивание сухих веток, затем хруст, храп, царапанье. Далось, что ли, там? Извиняюсь, секасом занимаются. Что бы это ни было, никто из вас не спешит это проверять. Вы слишком устали в течение напряженного дня. И вообще, кто хотел бы удаляться от огня ночью? Так, варианта 2. Несмотря на что вы пойдете это проверить, не высовывайтесь нос из лагеря. Ну, наверное, не высовывайте. Они там у меня и так все каличные. Шумные соседства. И чем... Только дурак мог выйти в темноту, когда что-то бродит поблизости. Это может быть какой-то хищник. Что тогда? Лучше дождать. Да, лучше подождать. Нога Дмитрия. И мир станет... Так, нога Дмитрия. Дмитрий, я вижу, ты хромаешь. Покажи ногу. Дмитрий, это у нас он. Да? Да. Я в порядке. Как наемся, то и шаг будет ровнее. Так я вроде вас всех накормил. Ты отморозил пальцы, теперь порвал сухожилие. Позволь мне помочь.
Займись более важными делами, говорит Дмитрий. Давай не будем тратить время, с ними не получится сотрудничать. Ты молчи, гад, он нормальный чувак, Леха. Дмитрий, прошу, мы должны заботиться друг о друге. Если с тобой что-то либо случится, то мы не справимся. Твоя нога, твое дело. Согласись показать ногу. Не понял, что значит твоя нога? Согласись показать ногу. Ну. Черт побери, смотри на здоровье. Нравится тебе? Минус 5. Плохо, если мы ничего не предпримем, ты потеряешь ногу. Болтовня! Фигня, ужасно, но достойно восхищения. Угу. Утром нужно обязательно этим заняться, дабы не проник инфекция или некроз. Если это не поможет, то придется резать. Режь ему! Исключено, у меня были контузии и похуже. Пока нога не посинела, организм может сам выздороветь. Мое тело подчиняется мне. Ужасно, но достойно восхищения. Ха-ха-ха. Проклятые люди Земли, паранойя Сергея, Транссибирская железная дорога. Мы возле железной дороги. Что вы знаете о ней, говорит Серега. Серега, ты обрастаешь. Может быть, что-то полезное для бегства? Паровоз мы все равно не запустим, если вы это имеете в виду, говорит Диман. Нет, я имею в виду маршруты, станции и интересные факты. Даже не существенная, на первый взгляд, информация может быть на вес золотишка. Железнодорожный маршрут насчитывает более 8000 верст. Теоретически каждые 50 верст должны быть станции, но в этой глухомане это можно отнести к числу выдумок. Мы за Байкалом. Совсем. Недалеко от границы. Эта часть трассы должна была пройти через Маньчжурию, но война с Японией изменила планы. Так. Здесь не пользовались работой таежников, но заставляли работать заключенных и привозили инженеров из Китая. Как вы, наверное, догадались, для осужденных работы была каторга, они не ладили с управляющим, пытались спасаться бегством, чтобы избежать мучений. Неудивительно, что пути были довольно низкого качества, и хотя круга Байкалка была закончена несколько лет назад совсем недавно, здешний участок пришлось ремонтировать, тоже руками заключенных, правда, без китайцев. Сострадательный. Этот персонаж чувствует сострадание к существам, пострадавшим от несчастья, и хочет облегчить их страдания. Серега, какой же ты молодец. Хорошо. Вздохнем за души, бедолаг. Но скажи, как часто проходят поезда или где искать станции? Вы знаете, времена бурные. Многие составы просто не выезжают. На станциях часто нет бригады. На самом деле, хотя мы и близки к путям, мы с таким же успехом можем быть в сотни верст в глубине тайги. Это просто глухомань. Глуша, а ведь про круг Байкала говорят, золотая пряжка в стальном поясе России. Мы здесь ожидали, по крайней мере, мраморный вокзал и золотые вошебойки. Так, все, подводим итоги. Что там с боевым лагерем? С боевым духом лагеря? Практически не изменился. Так, я надеюсь, тут у нас никто не слег. Че такое? Ночной вандал. Утром вы узнаете, что звуки беспокоили вас. Это большой самец оленя или северного оленя разодрал копытом ближайшие кусты. К сожалению, забор окружающего лагеря слишком сильно пострадал. Если вы быстро его не почините, он готов упасть. Ах ты, сучара. Надо чинить забор. Ну погоди. 71% у него. Че-то я не понимаю, а что нам чинить-то? 71%. Ну ладно. Ну 71%. Не, ну старший приказал. Так, погоди, в каком там ребята моем состоянии? Серега можно отправлять на работу, он не очень усталый. А, Серега пойдет работать. Так, ладно, сейчас мы всем воды дадим. Так, теперь вот эту плесень в костер положим. Хотя им не холодно. Но пусть греются. Мы не можем позволить мятежникам найти лагерь. Так, Сереж. Серёж, где там наше мясо? Где там наше мясо? Копчёное мясо. Вкусное жаркое. Да. Жрите вкусное жаркое. Все наелись. Так, я понял. Мне не хватает веревок. И надо чинить лагерь. Так, лагерь чинить. С кем мы пойдем? Мы пойдем с господином... А у этого усталость по-прежнему. А почему? Он же ночь отдыхал, а усталость его не прошла. Да. Мне нужен сон. Да я понимаю, сон-то всем нужен, блин. И вам раны надо перевязать. Это нехорошо. Его, конечно, в идеале отправить с Серегой. На спецзадание. Так, ладно, давай я их сначала отправлю на спецзадание с Серегой. Блин, у тебя нет сил, а что мне делать? Что мне делать, ребятушки мои, друзья мои дорогие? Сереж, ну вы самый лучший у нас. А, погоди. Ой-ой-ой, я их отправил. А, их надо было вернуть в лагерь.
Вернуться в лагерь. Очки хода не израсходовались у вас? А чё, всё, их не вернуть? Блин, я хотел топор вам дать с собой. Ну ладно. Ну да ладно, чё уж теперь. Так. Это что такое? Скрытый лагерь. Вот сюрприз. На опушке леса возле обломков находят следы небольшого свежего лагеря. Кто-то пытался их замаскировать, но ведь ренегаты не скрываются от вас. Следы указывают, что здесь пребывали два человека, один из которых должен быть ребенком. Похоже, кто-то еще выжил и избегает рабоник. А, да, мы можем к себе людей добавить, я помню. У меня есть два дополнительных места. О, веревки три штуки. Отлично, 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 отлично. Отлично, ребятушки. Так, что тут у нас написано? Шнурок много, палки, лом средние. Вот видите, сейчас разбойников нету железки. А тогда их в прошлый раз здесь было много железки. Поэтому я сюда боялся ходить. Хотя, может, конечно, я тупил. Я предполагаю. Так, а что я? Силки у меня далеко. Мне до силков бы дойти и проверить их. Ладно. Так. Ну, давай еще паровоз вот этот обыщем. Может, рельсу найдем, рессору. И медвежий капкан поставим. А, я силки-то с собой не взял. Баран ты, дядя Саш. Да я вообще ничего с собой не взял. Я действительно баран. Действительно, бараш. Бараш, ты меня поражаешь. Бараш, ты меня поражаешь. Так, кабарга. Давай попробуем поймать. Не поймали, да? Ну и хрен с ней. Все, возвращаемся. Отлично! Живые пришли. Так, нам нужно достроить нашу возможность сделать нам повязки. Точнее, вам, ребята, повязки. Кто это будет делать? Это будет делать кто-то или двое, или один. Ну, допустим, это будет делать Леха. Лёшенька, 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 мальчик, мальчик мой, Лёшенька, на тебя вся надежда, Лёшенька. Так, давай, улучшай быстрее, ребятам надо руки забинтовать и ноги забинтовать, а то они у меня ласты склеют к чертям собачьим. Так, значится, действия, перевязка ран. Так, у Вадика с раной проблемы. А, тут еще ты видишь как? Тут еще надо чем было, чтобы перевязывать. Ага. Ага. И очку хода надо, чтобы на перевязку оставалось. Ага. Это надо запомнить. Так, и теперь этому гражданину. Гражданину вот этому надо тоже раночку перевязать ему, нашему дорогому товарищу. Раночку перевязать. Так, раночку перевязали. Очень хорошо. Так, и двое у меня смертельно усталых. Леха и вот этот. Значит, Леху и Вадика кладем. Леху, Вадика, спи. Леха и Вадик. Отдохнуть. Так, слушай, а можно сделать, чтобы... А, нет, когда отдыхает, расширять нельзя, ладно. Меня интересует, на трехместную можно зафигарить? Так, ну что, есть вы не хотите, да? Есть два очка хода, гражданин офицера. Так, гражданин офицера. Что тут у нас было? Инструмент какой-нибудь сделать себе, допустим. Оружие. Лук. Лук. Можем сделать лук. Да? Он может сделать лук. Ну давай, делай лук. А стрелы потом сможем сделать? Да, сможем. Давай, делай лук. Пистолет мы не можем делать. Пистолет, ты меня называла. Пистолет, потому и не... Не, ну так-то у нас сейчас пока все зашибись. Палок не хватает. Ладно, за палками вы сейчас пойдете. Так, тогда воды нам сделаем. Сколько у нас воды? Или мясо вот это зажарить? Слушай, давай что-нибудь мясо куда-нибудь в суп какой-нибудь отправим. Еда, вареная еда. Вкусное жаркое, рагу. Вкусное рагу. Там мяса много надо? Одного не хватит? А, хватит одного. Ну и очень хорошо. Очень хорошо. А давай с грибочками. Вкуснотища, рагу. Да с грибочками. Да чтоб я так жил. И давайте я вас прямо сейчас вот этим рагу накормлю, чтобы меня от пуза жрали. Чтобы у меня прямо от пуза жрали. Шарагу портится. У меня тут что-то еды вообще тьма. Где это рагу? Это оно? А, оно двухместное. Оно двухкоечное. Давай вот этим больным дадим. Что, есть не хотят? Что-то я не понял. А оно ничего, он съел его, что ли? И оно исчезло? Это что? Это суп. А что, рагу сожрали?
один съел два рагу. А чё он ничего не сказал? Чё он молча съел-то? Ты глянь, молча сожрал рагу. Ай-яй-яй-яй. Ну как так рагу сожрал-то молча? Даже ничего не сказал. Так, боевой дух. У этого вообще все зашибись. Вообще все отлично. Ладно, завершаем день. Я не в настроении для разговоров. Да вообще, но проблемы. Я только погашу костер традиционно, чтобы он лагерь ваш не выдавал. Слушай, мне сказали забор починить, он может крякнуться. Ну, написано 71% его качества. Че он так быстро? А, я силки забыл проверить. Там же силки у нас. Ладно, тут все сразу не проверишь. Завершаем день. Так, ночь. Ну что такое опять? Спокойствие перед бурей. Сегодняшняя сибирская погода показала, была исключительно милостива. Облака куда-то исчезли, сосульки блестели на солнце, деревья едва шумели под редким порывом ветра. Однако вечером на северном небе вы видели плотные темно-серые облака. Все птицы в один момент замолкли, а неожиданно скрываясь деревья. Неужели в северных степях приближается бура? Пурга идет, оказалось бы, хуже уже не будет. Да, идет пурга. Вы говорите об этой туче на горизонте. Вот именно, я чувствую ломоту в костях. Вероятно, будет юга. Блин, нас сейчас, мы сейчас замерзнем тут с вами, да? У нас одежда нормальная. О, это необычная метель, с которой мы сталкивались здесь несколько раз. С севера идет ветер, который называется буран. Он разгоняется над пустой тундрой. Автоге разбивается, деревья бушуют. Юга продлится несколько дней. То есть мы, наверное, в экспедиции не сможем ходить, да? Несколько дней. Просто отлично. Что мы будем делать? Я думаю, что мы ничего не можем делать. Буран происходит неожиданно. И метель буквально пожирает то, с чем сталкивается местный житель, зловеще называет ее пурга, когда она длится, не нужно запереться в хижине и съежиться из рассовой печи. Ишь ты, из рассовой. У нас нет хижины или печи, так что нас поглотит. Так что, нас поглотит? Нет шансов, что пройдет стороной? Да ладно, я просто дразнюсь. Подует, посыплет, и все закончится. Над тайгой ветер дует не так сильно, как над степями. О, боевой дух лагеря возрос. Послушайте, рядом с обломками находится спрятанный лагерь. Кто-то еще пережил охоту ренегатов. Спокойно, не спеши с выводами. Откуда ты знаешь, что это не ловушка для этих головорезов? Следы указывают на двух человек. Одного взрослого и одного ребенка. Вы думаете, бандиты ведут своих сыновей с собой, чтобы помогать прикончить пассажиров? Они маскировали бы лагерь, ведь они не прятались от нас до сих пор. Мы должны их найти, надо быть осторожными. Давайте найдем их. Нуждающаяся душа. Хм, если это правда, то мы должны их найти, но только с утра. Теперь мы много не сделаем. Нам лучше отдохнуть, пока ночь молода. Че, у нас тем для разговоров сегодня не было никаких, да? Прекрасно. Была тема одна. Нуждающая душа. Обыщите место катастрофы, чтобы найти выживших пассажиров. Давайте найдем, конечно. Так, что там, боевой дух лагеря чуть-чуть упал. Че там, с утра все засыпало? Да, все засыпало. Куперкиум перфоратум. Ночь подходит к концу. Утренний ветер приносит с собой холод и влагу. В отдалении, наконец, прекратили реветь олени. Когда вы встаете, как всегда, не выспавшись, что находите Алексея в необычном положении. Он на четвереньках разгребает под медпунктом. Они должны быть здесь, они не могли пропасть. В чем дело, Алексей Рабинович? Винтики в голове потеряли? Нет, в этот раз помогите мне искать зверобой. А вот, продать с триумфом доставит из-под деревянной лежанки несколько стеблей желтыми цветками. Хипперикум перфоратум. Я нашел подсохший пучок несколько дней назад, но забыл вам сказать. К счастью, он лежал в теплом и тенистом месте, поэтому цветы не начали гнить. В это время года мы уже не посадим, но я предлагаю сделать из этого отвар или спиртовую настойку. Чай отлично подает при простудных заболеваниях, а в сочетании с водкой прогонит тоску. Алексей, в сочетании с водкой все прогоняет тоску. О, а это любопытно. У вас есть какие-то статьи на эту тему? Только эмпирические исследования, то есть собственный опыт. Я не понял. Видимость лагеря вообще нулевая. Почему? Что за музыка трагичная? А, пурга, потому что пурга, и нас не видно. Им сейчас будет холодно, поэтому нам надо усилить надо. Где там этот мох? А можно на экспедицию ходить? Можно. Музыка прям такая трагичная. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. А, у нас и плесень в еде была. Сейчас будете спать, господа. Так, жрать хотите? Хотите. Я суп где-то видел недоеденный. Так, вкусный жаркое. Кто больше всех хочет есть? Они все одинаково хотят есть. Так, теперь. Дальше. Супа нету? Супа нету, есть копыченое мясо. Так, Серега, копыченого мяса. Леха, копыченого мяса. Так. Вадику воды попить. Попил. Так, Вадик у нас усталый. Вадик усталый. Иди силки. Нет, силки он не пойдет проверять.
Так, что-то за музыка трагичная такая. Дун-дун-дун. Что нам надо сделать? Забор. 70%. Обыщите место катастрофы. Так, место катастрофы. Что там по костру? Какие есть улучшения у костра? Сиденье обеспечивает. А, у костра все, я костер улучшил полностью. Так, что по вот этой хрени? Отдых дополнительно уменьшает замерзание, немного поднимает моральный дух. Ага, очень хорошо. Пускай поднимает, не хватает. А, ткань, шкура, шкура хватит. Так, сюда нам нужно еще вот так ткани. А веревки не хватает одной. Погоди, я могу сделать веревку, у меня вроде холст есть. У меня вроде есть холст. Так, переработка тканей. Шнурок. У меня холст есть, наконец-то. Так, ты сможешь справиться, Вадик? Ну, пожалуйста, пожалуйста, не умирай. Сделай нам один шнурочек. Спасибо большое, Вадик. Вадик, спасибо большое. Давай улучшим вот эту хату, чтобы они могли у нас, как белые люди, жить. Так, и это будет делать... Это будет делать... Кто у нас никуда не пойдет? Серега. Так. Отставить. Серега устал. Значит, будет делать Серега. Серега хотел силки отправить, проверить. Серегу с Вадиком направить на двоих. Ну, давай. Давай двоих. Вы, конечно, будете снижать там весь свой боевой и моральный дух. И все у вас будет плохо. И вы не хотите вместе работать. Но придется, братцы. С тобой работать. О, ух ты, они любят с друг другом работать. Класс. Фига себе. Отлично. Ребята, отлично. Да просто супер. Да просто супер. Так, ага. Отлично. Ну класс, 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 класс. Видимость лагеря возросла. Пурга кончилась. Почему? А костер я сильно разжег. Так, теперь надо силки проверить. Действие. Проверить ловушки. Сереженька пойдет. Он очень хорошо проверяет ловушки. Он обязательно кого-нибудь поймает. Нифига себе, Сереженька, почему ты никого не поймал? Палок не хватает. Сереженька никого не поймал. Так, слушайте. У меня там, по-моему, стрелы надо сделать, да? Давай, стрелы. Я же лук сделал. А, там у меня, по-моему, для стрел не хватает этого. Чего не хватает? Вот что не хватает. А лук у нас есть. Ну давай мы им сейчас с собой топор тогда дадим. Так, у них по одному очку осталось. Давайте вы что-нибудь приготовите и спать пойдете. А давайте вас вообще побратаю. Давайте вас побратаю. Или у нас воды мало? Вода или братание? Братание или вода? Нет, давай все-таки вода. Давай все-таки вода. Так, а ты, Сереженька, у меня что-нибудь сделаешь? Что-то у меня есть. Вареная еда, рагу, вкусный рагу, томатный сок, фруктовый чай. Фруктовый чай. Горячий годный отвар, хорошо при простуде, расстройстве желудка. Не, погоди, а зачем, зачем нам фруктовый чай? Жаркое есть из чего делать? Так. Мясо закопченное на костре остается съедом... Не, не, мясо закопченное, вкусное, жаркое. Рагу. Вкусное рагу. Вкусный суп. Давай вкусный суп сварим. Вот, а то у нас тут коренью всяких много. Серег, свари вкусный суп. Сейчас мы чуваков покормим в дорогу. А может, не надо их кормить дорогу. Так, все. Короче, братаны у меня идут спать. Серега и Вадик идут спать. Спать у нас идет Серега, Вадик. Вот, а то они очень устали. Пусть они отдыхают. Там вроде они улучшили все. Так, теперь вы, мои красавцы, вы мне идете в экспедицию. А это нам здесь надо обыскать, да? А, это куда мне сходить? Я понял. Так, отправить экспедицию. Вот, вы идете. Я вам с собой даю... Я вам с собой даю топор. И я вам с собой даю... А селок где был у меня? Селок на птиц. Куда вы дели селок на птиц? Или они его поставили за околицей? Странно, куда-то селок на птиц дели. Бинты. Ламповое масло. Хм. Куда делся селок на птиц? Ладно. Хорошо. Так, ну давайте сразу вот сюда пойдем проверять ловушки. Так, Алендор! Одинокий северный олень! Попытайтесь тихо отходить. Так, что тут написано? В этих окрестностях должно быть свиней. Это может быть притупить рискительно, попадайте ближе. Так, зачем? Но несколько минут перерядя сквозь царапчик вы досекаете шукурной поляны, оказывается на другой стороне урочи почти малый олень. В это время горогач, вероятно, какую-то самку. Да, наверное, не надо нам с ним связываться.
Че нам с ним связываться? Ого, это кто такой? Да что такое опять этот олень? Ну мы сейчас приблизимся, он нам надает. Попробуйте бросить топор в животное. Давай попробуем. Это ваш счастливый день. Ух ты, мы замочили олендура. И что такое? Северный олень. Топором его замочили. Класс вообще, ребята. Я люблю вас, ребята. Угу. У нас в ловушке попалось два зайца. Красота какая. А что такое? Таинственный крамлех. Уровень риска рискованный. Ресурсы, камни, хвоя, кость, чеснок. Ну давай с крамлехом этим разберемся. О-хо-хо! Король тайги! Вы замечаете лося? Попробуйте бросить топор, животное! Не слишком метко брошенное оружие. А топор-то с нами остался? Топор-то с нами остался? Вот если бы лук был, мы бы его убили. А, топор есть с нами. Вот если бы был лук, мы бы его убили. Так, нам нужно срочно делать стрелы. Так. И палки мне нужны, палки. Мне нужен источник палок. Потому что... Так. Тут у нас что? Глина. Тут у нас шишки. Тут у нас неизвестная зона, уровень риска безопасный. А ресурсы неизвестные? Странно. Попробуйте отпугнуть, отступайте. Без агрессии, попробуйте бросить топор в животное. Промазал. А, не, попали! Мы росомаху топором замочили. О, еще кого-то из сибирскую кабаргу. О, капец, я животины набрал. Слушайте, мне палки нужны. I need palks. Опасно, вот этот чел может к нам прийти. А я тут уже обыскивал, да? Да. Сколько у нас очков хода осталось? Много. Сюда ягоды, шишки, глина. Блин, мне палки нужны. Мне нужны палки. Хотя, может быть, их можно разобрать на что-нибудь. Ладно, давай вот с этими чуваками. Рысь! Следы на снегу говорят о том, что здесь хищник. Попробуйте выследить эту кошку. Что-то большое пробежало между густыми деревьями. Вот так, подарок матери природы. Она кого-то сгрызла. Кто? Ласка. Ласку отхватили. Так. Блин, а веток я так путевых и не нашел. Вот они, палки здесь. Палки здесь. Палки дайте, мне надо валить отсюда. Ух, следы нашли какие-то. Все дороги ведут в никуда. Морозный туман, сопровождающий его ореол, безусловно, впечатляет, но вы бы предпочли бываться безопасно в лагере. Они изгучили, снег покрыл небольшие... Че, мы застряли? Соберите немного... Лучше оставайтесь. Соберите немного хвороста и сделайте импровизированный костер. Блин, а, туман. Лучше оставаться незаметным и не терять силы. Вы находили место, хоть и между тех еще. Все, мы застряли, да? Экспедиция пропала. Блин, они столько всего собрали и пропали. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, я надеюсь на то, что они вернутся за живыми и невредимыми. Я очень на это надеюсь. У них столько шкур вообще. Ну ты прикинь, вот пропасть таким этим, да? С такими ништяками накрыться медным тазом, а? Ну это ж писец просто. Это ж просто писец. Ну я надеюсь, что будет все хорошо. Не хотелось бы с такими ништяками. Ты глянь, сколько этих кабаргов наловил. Мясо просто на всю оставшуюся жизнь. Золотая пряжка. Почему этот участок маршрута называется Золотая пряжка? Это просто поэтический термин для живописных окрестностей Байкала. Вероятно, просто потому, что этот участок соединяет пути по обе стороны озера. Ранее вагоны переправляли на паромах или когда Байкал замерзал на санях. Какой он умный. Ну, я понимаю, что это пряжка этого пояса России. Но почему золотая? Может быть, в этом районе все-таки добывают какое-то богатство? Может быть, ваши бандиты как-то связаны с этим? Понятия не имею. Сюда отправляли ссыльных, может, именно на работу, в шахты. Но больше говорится о золоте на севере, в дельте Лены. Вы, наверное, слышали о забастовке рабочих из ленских месторождений, когда жандармы появились исключительно жестокость. Я слышал, да. Расстреливали на ленских приисках. Было такое. Действительно, это трагический эпизод. Было, Серега, было. Да, там 200 или 300 человек расстреляли, бунт подавляли. Да, было. Что характерно, подавляли в царское время. А потом еще, когда и большевики завладели этим приисками, работали там красные заключенные, и их тоже подавляли. Подавляли всех, неважно. При царе подавляли, при большевиках подавляли. Да, всегда подавляли.
Попался, но выскользнул. Своих не судят, а жизнь рабочих никто не вернет. Во время царя работа по добыче золота и песка была самой страшной каторгой. Я надеюсь, что это изменится, говорит Серега. Так, завтра принадлежит мне. Плохие сны, мир станет единственным. Речь Вадима. Ну давай, завтра принадлежит мне. Товарищи, просто подумайте, у нас трагическая ситуация, но это хорошая метафора для российского общества. Пережив страдания, мы должны объединиться, отвергнув разногласия. Швадим, опять ты начал свою волынку. Вы не о том думаете, вы повторяетесь. Какое это имеет значение для нас? Это испытание, которое мы должны пройти, предсказание на будущее для всей нации. Переживет ли плохие времена до сих пор, нам удалось избежать этих бандитов и предстать дикой природе. Когда мы вернемся к цивилизации, повторим ли мы этот подвиг как личность в коллективе? Конечно, либо удастся, либо нет. Пустая болтовня. Пусть будет конечно, я не знаю. Сибирские морозы закаляют наш характер. Правильно, молодец, Серега. Вот так. Но пока он только отморозил мне поясницу, должны ли мы сейчас думать о будущем? Я верю, что нами управляет какая-то либо высшая сила, кроме законов истории. Каждый момент хорош, чтобы на практике изучать неизменный закон исторического материализма. Это очень интересно, но что нам даст это знание здесь и сейчас? Вам может все равно, но я буду бороться за наше выживание, еще больше верю, что наше сотрудничество станет примером для других установлений нашей Родины. Ух ты, плюс 30! Они вообще подружились офигенно. Они офигенно подружились. Их теперь можно отправлять вдвоем все делать. Так, пропустить. Боевой дух лагеря упал. Ну чё, экспедиция, вы пришли? Ну придите, пожалуйста, придите, пожалуйста, придите, пожалуйста. Ура, они пришли, все принесли. Молодцы, молодцы. Так, что такое? Снежное одеяло. Нельзя пожаловаться на отсутствие аттракционов. Утром поднялся ветер, и толстая снежная шапка осунулась с деревьев вокруг лагеря, обрушив, потушив огонь и засыпав ваши вещи. Вы проклинаете все на свете, выгребая из-под белого пуха все, что может. Ну хоть согреемся. Чистокол находится под снегом. Угу. И костер погас. Костер, укрытие. А все вообще! Все засыпало. Понятно. Они замерзли. Так, я понял. Костер. Удалить занос. Так, а кто тут у нас меньше? Так, у нас устал Вадим. Вот, усталый. Серега не усталый. Пусть Серега разгребает занос. Так, удали занос. Сереж, удали, пожалуйста, занос. Так. Где там этот мох, который прекрасно горит? Сейчас я вас накормлю горяченьким, ребят мои. Сейчас. А чё мох, который прекрасно горит, он кончился, что ли? Не пойму. Да пусть этот мох горит, его все равно никто не жрет. Так, все. Так, теперь я вам что-нибудь горяченького сейчас изображу, чтобы вы согрелись. Так, бррр, мне холодно. Да-да-да, сейчас. Кто-то должен пойти. Так, Сереж, давай ты это, удалишь заносы здесь. И силкище пойдешь проверишь. А, ну там сначала надо занос удалить. Так, снять шкуру. Снять шкуру будет господин офицер. Да? Да. Так, снять шкуру. Блин, шкуру у нас до хрена. Чё у нас самые крупные? Сибирская кабарга. Росомаха. Олень. Я думаю, оленя давай. Давай, я думаю, оленя, господин офицер. Вы с него снимите. Там с него очень много должно дропнуться мяса. Кости. Шкуры 5 штук. Сало. Мясо 14. Ого. Так. Сейчас я вам сделаю какую-нибудь офигенную еду горячую. Так. Вареная еда. Копченая. Вареная еда. Рагу. Вкусное рагу. Давай, вкусное рагу. Кто будет делать? А тот же офицер будет делать. Так. Вот так. Угу. Ну, давай с грибочками. Вот. Оно же горячее будет. Гуляш, приправленный местным травами, явственно повышает боевой дух. Да. Отлично. Все, сейчас вы мне как все хлеба нёте горяченького. Так, где он там есть, этот гуляш? А сейчас ты нам подашь из баранины гуляш. Вкусный суп. Погоди, у нас где-то гуляш должен быть горячий. Где он есть-то? Вкусный рагу. Гуляш, приправленный, голод, падение, усталость, незначительное падение, повышает боевой дух. Так, кто там больше всех хочет есть? У нас Хвадику. Угу. И кто там у нас еще сильно замерз? Леха. Ага, действительно хорошо. Да, Леха, хорошо. Так, но этого мало, да? Давай суп сделаем. Давай, суп он вроде как согревает. Так, супа хватит на всех.
супа хватит на всех. Надо было суп сразу делать, потому что суп вроде согревает. Где там свежий суп? А гуляш, он ни хрена их не согревает. Вкусный суп. А почему он на трех так? Почему он только на трех? Так, холодно. Офицеру холодно. Ему холодно ему и холодно ему. Так, хорошо. Вы должны теперь ныть меньше. Так, теперь кто-то должен пройти раскопать околицу. Околицу пойдет раскапывать. У нас они еще пить хотят, блин. Чего вы пить-то хотите? Чего вы пить-то хотите? А вода есть у нас? А воды у нас хрен есть, да? Вода у нас кончилась. Так, воды. Тогда сейчас нам воды сделает, допустим, Леха. Фильтровать воду будет. Слушай, вот нам снег сегодня, короче, работу задал, и я не могу никуда никого пойти и выгнать, потому что мы сейчас пока тут провозимся, даже не получится мне снять шкуру. Пить хотят все. Так, всех напоил. Так, теперь нужно еще раскопать нашу околицу. Кто околицу пойдет раскапывать? Околицу пойдет раскапывать Леха. Леха, удаляй занос. Так, удалил. Так, проверить ловушки. У нас пойдет Серега. Он любит проверять ловушки. Серега, ну-ка, попался кто? Никто. Странно. Ладно. Очко ходов осталось одно у Лехи. Пусть идет шкуру с кого-нибудь снимает. Так, какая у нас тут животина самая большая? Заяц, росомаха, сибирская кабарга. Ну, мне кажется, кабарга большая. Кабарга. Я сейчас шкур наберу. О, костей наберем, шкуры 4, жира, мясо. Надо копченое мясо приготовить. Так, теперь снять шкуру животного. Кто у нас тут еще? Росомаха, заяц, ласка. Давай росомаху. Давай снимай с росомахи, брат. Ой, надо кого-то положить отдыхать. Они там сильно усталые. Ой-ой-ой, надо же занос удалить с этого. Погоди. Да. А его и будешь сюда класть. Его сюда класть и будешь. Так, погоди. А усталый только он, да? А этим почему-то холодно. А это уже пить захотел. Слушайте, холодно. Но я же вам давал горячего питья. Че вам холодно? Вам же должно было помочь. Кому тут еще дать поесть? Серега хочет есть. Серега, ешь. Так, кому еще плохо? Давай, ешь. Все. Так, и осталось у нас либо мясо приготовить, чтобы оно не пропадало. Допустим, вот копченая еда. У нас мясо копченое долго может храниться, да? Да. Поэтому вот так вот. Давай, сделай нам мяска. Так, сделал нам мяска. Очень хорошо. Отдыхать мы положим сюда только... Ну, кто у нас замерз? Ну, допустим, офицера и Вадика положим отдыхать. Спи. Вадик и офицер. Отдохнуть. Вот. Все, они отдыхают. Костер гасим. Завершаем день. Ребята немного замерзли, но я вас горячим поил. Вы говорили, что согрелись. Все, завершаем день. Ночь. Проклятые люди. Выступление Дмитрия. Паранойя Сергея. Мир станет единственным. Антропологический лекция. Давайте антропологический лекция. Да? Ну, хотя их даже когда на нейтральные темы заставишь говорить, они один хрен могут поссориться на ровном месте. Такие черти. Такие черти. Красноармейцы. Точнее, нет. Кто они там? Революционеры. Мы должны установить ловушки для животных в этом районе. Да, должны. Мы знаем. Цинга, нам нужно свежее мясо. Вас в университете учили, как делать ловушки. Ну, когда дело доходит до добычи еды, я изучил много приемов первобытных народов на лекциях по антропологии. Тогда почему вы ничего об этом не говорите? Так у нас вроде мяса полно, ребят. У нас полно мяса, вы чё? У нас вообще полным-полны мяса. Мои знания скорее теоретические. Я слушал лекции, читал книги. Я никогда не пытался собрать ловушки сам. Тогда мы можем быть, вы дадите нам лекцию, товарищ, как будто мы в университете. Ну, на самом деле, для начала нужно определить размер дичи, который мы хотим поймать. Давайте рассмотрим совершенно сферического зайца, движущегося с постоянной скоростью трения, пока пропустим. Это будет долгая ночь. Да, прикольно. О, что, у нас ловушка появилась?
У нас появилась ловушка сама по себе. Здорово. Так, проклятые люди Земли, паранойя Сергея, плохие сны. Давайте про плохие сны. Сергей, вы кричали во сне. Я, простите, мне уже лучше, все хорошо. На будущее будет... Вам снилось что-то плохое? Вам снилось что-то плохое? Битва? Угу. Газ, я до сих пор вижу лица его жертв. Окопы были адом. Было и сплыло. Зачем к этому возвращаться? Мы живем здесь и сейчас. Да, на самом деле ваша компания не так уж и плохо. Короче, они тут у меня сдруживаются потихоньку. Так, мне нужно сделать лук. Лук. И отправиться, короче, дальше. Так, ну все, пропускаем. Боевой дух лагеря почему-то упал. Странно. Че боевой дух лагеря упал? Так, опять что-то. Падающие сосули. Сосули падающие. Ночь ужасно подморозила. Как только утром подул ветер, деревья начали бомбардировать вас тяжелыми сосулями. Но это чертовски опасно. Одному из вас только чудом не выколол глаз. Вы укрываетесь под ветвями, переживаете это нападение матери природы, пока наконец деревьям уже нечем бросать вас. Так, а что такое? Что с ним случилось? Что с Алексеем? Персонаж без сознательного состояния. Ему холодно. Блин, ну почему ему холодно-то, а? Алексей, ну почему тебе холодно? А у этого что такое? Если быстро не отогреть оморажение руки, может развиться некроз. Персонаж в бессознательном состоянии. Да ёперный театр, а? Ой, ребята, ну как так? Вам одежду надо теплую шить, да? Да, вам нужно шить теплую одежду. Я понимаю. Давайте сошьем теплую одежду. Так, никуда вы сейчас не пойдем, сейчас мы будем жрать. Бррр, мне холодно, я понимаю. Нам нужно делать теплую одежду. Ну, давайте суп сварим. Вареная еда. Вкусный суп. Суп у нас лучше всего согревает. Да? Да. Ну, кто делать будет? Эти не могут ничего делать. И либо Серега, либо мужик. Ну, пусть Серега сварит. Недостаточно ресурсов. А, воды не хватает, блин. Воды не хватает. Сереж, нафильтруй, пожалуйста, воды. Нам для супа воды не хватает. Вкусный суп. Так. И надо делать одежду. Сейчас будете делать одежду из шкурок. Потому что... Ну, вы поняли, да? Потому что... Он съел, но ничего не сказал при этом, да? Этот тоже съел, но ничего не сказал при этом. Понимаю. Так. Чаем еще. Давай им чай еще горячего сделаем. Есть у нас чай какой-нибудь восстанавливающий? Фруктовый чай. Погоди. А что-то у нас там было? Чаи какие-то были здесь, что ли? Блин, а он засыпанный до сих пор. Карантин. Карантин до сих пор засыпанный. Так этот не может ничего делать. Там, по-моему, какие-то чаи можно было делать, если я ничего не путаю. Собирай силы. Собирай силы, отдыхай, восстанавливай силы. А, нужно очко хода. А его можно сюда положить. Да, отлично. У кого-то у нас там меньше всего сил. У этого и у этого, да? Угу. Ну, давай положим сюда офицера. Пусть он силы восстанавливает. Так, пусть он силы восстанавливает. Так, а что у нас тут еще есть? Так, уход восстанавливает здоровье, дает шанс улучшить плохой статус, без сознания, в шоке, больной. А, можно его сделать, а у нас этого нету. Блин, у нас этого нету. Давай это сделаем. Правда, он уже лежит. Правда, он уже лежит. Так, ну вы будете это делать. А, погоди. Нет. Вот так. Вот, давайте, улучшайте. Угу. Так. Вот. Короче, разблокирует действие ампутации, компресс от обморожения, очищение ран. Так, у меня компресс от обморожения. А у него обморожение вроде как светит ему, да? Ему светит обморожение. Так, действие. Перевязка ран, уход за персонажами в сознание. То есть можно этого положить? Какую шкуру снять? А, и кто-то за ним должен... Недостаточно быть для персонажа. Что значит снять шкуру? Это какой-то... И кто-то за ним должен ухаживать, да? Что значит снять шкуру? Нам не надо ни с кого шкуру снимать.
Медикаменты, бинты, отрез, противоядие, бальзам, успокаивающий, укрепляющий отвар. Вот, мне нужен укрепляющий отвар из водки. Из водки. А он его может готовить сам себе? Ха-ха, он сам себе может его готовить. Ха-ха, прикольно. Нормально. Так, это что у меня было? Укрепляющий отвар. Так, а что это за отрез? Укрепляет конечности, поможет персонажу избежать худших последствий от вывиха лодыжки. Бинты. Перевязка для любого кровотечения. Так, я понял. Укрепляющий отвар. Что там у нас есть? Укрепляющий отвар. Так, давайте мы этот укрепляющий отвар кому-то дадим. А где он у нас лежит? Он у нас лежит в еде, что ли? Давай искать укрепляющий отвар. Вот он, укрепляющий отвар. Сибирский коктейль. Поставит на ноги, зелье мешает усталость, приводит чувство, увеличивает баллы действия. Так, увеличивает баллы действия. Укрепляющий отвар. Давай попробуем дать вот этому чуваку его. Опа-на! Хо-хо! Вскочил! Так, как же нам тебе руку? Ой, у него очки действия появились. Как нам руку твою починить? Отморожь рука. Если быстро не отогреть, отморожение руки может развиться, усилиться. Так, как нам руку твою отогреть? Горяченького что-нибудь тебе дать. Ну давай, ты сейчас сам и приготовишь. Так. Вареная еда. Фруктовый чай. Травяной чай. Горячий чай из местных трав. Отлично подходит при простуде и расстройстве желудка. Горячий хорошо и расстройстве желудка. А согревает. Нам согреть надо, чтобы. Что, только суп согревает? Овощной суп при правильном местном травме улучшает пищеварение и повышает боевой дух. Суп. Овощной суп поднимает боевой дух, уменьшает замерзание. Во, поднимает боевой дух, уменьшает замерзание. Во, что нам надо. Нам нужно, чтобы замерзание уменьшилось. Слушай, а вот этим отваром можно им возвращать очки действия. Прикольно. То есть мы Сереге сейчас можем сделать очки действия, да? Так. Овощной суп. Где он там есть? Ну-ка согреть их нафиг быстро. Вот он. Суп. Слабо приправлен, но согревает. Вот он у нас еще замерзает, да? Угу. Этот у нас замерзает. И Сереженька замерзает. Замерзание у всех осталось. Так, мне больше нравится вот эта штука. То есть у меня вот этот без сознания может сделать себе... Может сделать себе укрепляющий... Так, бальзам от простуды. Смягчает симптомы болезни, помогает простуде. Успокаивающий отвар. Настройка успокаивает расстройство нервов, смягчает шок галлюцинации. Сибирский коктейль. О, и он может его приготовить, что самое интересное. Нет, почему он не может? А, он не может? Тогда знаешь, как давай сделаем? Тогда давай сделаем не так. Давай сделаем, мы его сюда положим, чтобы он тут лежал. Собирай силы. Во, он собирает силы. А теперь мы переходим на успокаивающий отвар. О, и он его будет готовить. О, я бак нашел! Я нашел бак. Если его положить, чтобы он собирал силы, он может приготовить отвар. Отлично. Отлично. Правда, водка кончится скоро. Так, и сейчас мы этот отвар ему дадим. Прикольный баг нашел, ребята. Хлабысь. О, это я понимаю. Так, так. Замерзают они. Шкуры сейчас пойдем, одежду пойдем делать. Кто у нас меньше всего замерзает? Я не понимаю, что ему... А, его надо согреть. Так. Одежда. Одежда. Хорошая одежда. Одежда лучшего качества. Простая одежда. Одежда лучшего качества. Одежда хорошего качества. Можем хорошего качества одежду сделать? Можем. Отлично. Давай, создавай. Очень хорошо. Так, одежда. Пальто. Оборудовать. Опа-на! В пальте, чувачок, у нас. Ты смотри, а? В пальте. Так. Моя кожа посинела от холода. Ну, погодите, погодите. Сейчас я вам всем пальты сделаю. Я вам сейчас всем сделаю пальты. Теплая, солидная одежда. Угу. А что такое? Недостаточно ресурсов? А, 4 шнурка надо. Блин, нужно же 4 шнурка. А что у меня там есть? У меня и холсты, чтобы из них сделать эти шнурки. Нет, холстов нету. Плохо. Так, ладно, тогда если одежда хорошего качества. Тут один шнурок нужен. Одежда... Ну вот один шнурок, но это фигня. Ладно. Ладно, у нас они вот замерзли. Но их можно отправить на задание. Все равно.
попробовать рискнуть. Один в одежде, один нет. Сейчас день или ночь? Этот персонаж умирает от холода. Согрейте его, иначе здоровье боевой дух незаметно упадут ночью. Блин, да я же его напоил. Я же его напоил уже чаем. У меня озноб. Так, отправить экспедицию. У нас идет вот этот и вот этот идут. Так, что они берут с собой? Они с собой берут. Так. Они с собой берут топор и ловушку. Все, поехали. Так, что у нас здесь? Грибы, шнурок. Здесь может быть шнурок. Давайте поищем шнурок. Шнурок поищем. Три шнурка, отлично. А мы можем? Нет, ловушку мы здесь не можем поставить. Ловушку ты сможешь поставить только если у тебя появится... Водяру нашли, очень хорошо. Так, тут у нас неизвестная зона. Погоди. Чего это такое? А, я тебя не туда нажал. Ох, что такое? Недалеко от вас слышен грохот выстрела. Вы прячетесь за снежной кучей, внимательно смотрите. На другой стороне покореженного поезда слышны крики, за которыми следует новый выстрел. Грабитель, вероятно, преследует других выживших. Вы стискиваете зубы. Так, вам лучше уйти отсюда. Следим за развитием событий. Будем помогать. Попробуйте помочь мужчине. Попробуем помочь мужчине. Сэр Эдвард, ну конечно, кто же Эдвард это не спасет? Отлично, у нас Эдвард появился. Продолжать. Так, окей. Погоди, а где мы? Что-то я не понял, а где мы? А, мы вернулись? А, мы все вернулись! Ура, мы все вернулись! Так, сэр Эдвард, у него очков нет, у него есть кровотечение, его надо лечить. Его надо лечить. Так, сэр Эдвард, а как вас полечить? Смотри, уход за персонажем. Ага. Вот. И теперь перевязка ран. Недостаточно очков. Погоди, а тогда знаешь что? Тогда отставить. Сейчас баг будем ловить. Так. Ха-ха-ха. Собирайте силы, сэр Эдвард. И теперь мы давай... Медикаменты. И вот укрепляющий отвар сэр Эдвард нам сам... Ливрея кончилась. Ай-яй-яй. Она кончилась. Блин, ливзея, точнее, не ливрея. Успокаивающий отвар. Он может сделать противоядие, отрез, бинты. Он может сделать бинты. Делай бинты. Недостаточно БД. Слушай, а у нас же есть бинды. Бинды. Вот у меня бинды. Можно же использовать его, перевязать. О, перевязали. Очень хорошо. Что у него там? Раненый персонаж теряет здоровье каждую ночь. Перевяжите рану, иначе через некоторое время в нее попадет инфекция. Так мы вроде перевязали рану. У нас все хорошо. Так, осталось одно очко хода у этого гражданина. Он замерз. И эти замерзли. Ну давай приготовим чай горячего и напоим их еще раз. Я не понимаю, но я же их это... Вареная еда, я же их готовил. Ну давай вот суп, он у нас горячий. Суп у нас горячий. Воды не хватает, блин. Воды не хватает. Суп-то у нас горячий, в чем проблема-то? Так, теперь у нас есть сэр. Это, конечно, хорошо, сэр нам поможет. Так, ты нам сделаешь вареную еду. Вареная еда это суп. Вот так вот. Чего такое? Ну? Недостаточно ресурсов? А, уа! Все! Счастье кончилось! У меня ресурсов мало. Надо ходить собирать корешки. А то скоро только мясо жрать будем. А то скоро жрать будем only мясо. Так, где там этот суп? Ой, там у меня еще шкуры не снятые. Это суп старый. Где там суп новый? Вот он. Кому холодно? Холодно. Лехе. Холодно офицеру. Но он, блин, в шубе, между прочим. Холодно этому чуваку. И холодно... Так, а что, суп у нас все время горячий получается, да? Согревает. И очень вкусный. Ну, всех накормил. Все, костер гасим, чтобы нас не заметили. Так, костер гасим.
А почему он стал более видимым? Ха. Понятно. Ясно. А потому что нас много стало. Из-за этого, что ли? У меня озноб. Так, ребята, я всех горячим напоил. Какие нахрен у вас ознобы? Ну давайте двух вот этих самых замерзших положим сюда. Тебя и тебя. Спи. Давай спи. Самых замерзших сюда положим. Ну я не знаю, я больше ничем вам помочь не могу. Так, сейчас сэр Эдвард нам будет рассказывать истории про свое ружье. Ну что такое опять? Мастер охоты. Дорогие мои, мне очень хорошо... Дорогие мои, мы не очень хороши в охоте. Кто это у нас говорит? Сядьте удобно, я вам дам несколько советов. Сэр Эдвард Соломон хорошая возможность напомнить о своих талантах и начинать рисовать на снегу разные схемы. Короче, он им про охоту начал тереть. Отлично. Я не знаю, как вас отблагодарить. Это чудо встретить других людей, которые все еще живы через несколько дней, говорит сэр Эдвард. Ух ты, как он со всеми подружился сразу. Плюс 25. Вообще-то спасли тебя только двое. Вы еще отплатите, а пока расскажите, как вы пережили катастрофу. Я всем обязан одному мальчику. Он знал поезд, как свой собственный карман, и знал, где спрятаться и где взять припасы. Бедный Петруша, его, наверное, уже поймали. Петруша помнит. А, что такое? Сейчас, секунду. Так, на чем мы тут остановились, а то я отходил. Вы оставили своего друга на произвол этих мясников? А, это он спрашивает насчет Петруши. Он говорит, это не так, мы подслушали их разговор, они знали, что вы нашли убежище в лесу и усилили патрулирование. Эти мерзавцы без грамма совести, они хотят избавиться от свидетелей, потому что планируют вернуться в город через несколько дней. Они не хотят, чтобы кто-то-нибудь их узнал. В конце концов, они заметили такие также наши следы, они ударили меня, и Петя прыгнул в чащу, чтобы отвлечь их. Они последовали за ним, а вскоре вы нашли меня. Душите чашу, когда куда убежал чай. Да, короче, надо Петю найти. Если мальчик выжил, то, возможно, через несколько дней мы поищем его. Отдохните пока. И, кстати, добро пожаловать в наш лагерь. Так, как говорится, чем хата богата... Так, чем богата, тем и рады. Паранойя Сергей, речь Вадим, выступление сэра Эдварда. Так, ну пусть сэр Эдвард что-нибудь расскажет. Буди хелл! Какое приключение! Почти как в 1910 году, когда азербайджанские боевики, так, ну это мы читали, как Вади, или как над Вади Халфой. Он калач черты, везде бывал. Вы участвовали во многих железнодорожных катастрофах, мистер? Так, Грей Эдвард Грей. Действительно, у меня было много приключений. Отважный, да, все. Он меньше всего подвержен шоку, значит он будет у меня ходить в вылазки и гасить всех. И гасить всех! Так, все, подведение итогов. Боевой дух лагеря. Максималочка! Ух ты! Неожиданно боевой дух лагеря вырос. Сейчас... Нет, конструкция была засыпана снегом. Костер. А, карантин засыпал. Так, нам карантин пока не нужен. Че с чуваком? Рабинович слег. Че у него такое? Он у нас замерз, да? Рабинович замерз. Так, Рабинович. Не знаю в состоянии. Ну, его надо в карантин, короче, положить. Так. Карантин. Сэр Эдвард. Райный персонаж теряет здоровье каждую ночь. Пережить рану, иначе через некоторое время у него попадет инфекция. Ёперный театр. Ну ладно, хорошо, сейчас перевяжем. Сейчас перевяжем. Так, у этого тоже с рукой проблемы. У этого никак обморожение не проходит. Если быстро не отогреть, обморожение руки может развиться некроз. Ну, блин, да я же вроде его и одел, и горячим поил. Чё надо, чтобы обморожение проходило? Я не пойму. Я не пойму, что надо сделать, чтобы обморожение проходило. Глянь, у него одежда какая теплая. Так, что мы там можем в качестве топлива использовать? А вот тебе написано все, что ты можешь в качестве топлива. Вот ламповое масло. А оно для чего у нас применяется? Действительно хорошо для разжигания. Топливо высококалорийное, горючее. А, только гореть, да? Ну пусть горит, короче. Так. Теперь надо карантин раскопать. Кто пойдет раскапать карантин? Карантин пойдет раскапать Серега. Что там вам есть? А, вот еще вот эта у нас фигня горит. Так, карантин пойдет раскапывать Серегу. Воды ему надо дать. Серег, воды. Так, больше воды никто не хочет. Так, карантин. Его раскопает Серега. Убрать снег. Хорошо, убрал. Так, теперь, значит, Серега отсюда уходит. Сюда мы кладем. Кого мы сюда кладем? Вот этого Рабиновича кладем в карантин. А можно карантин как-то улучшить? Разблокировать действие. Ампутация, компресс отморожения, очищение ран. Так.
Давай попробуем, я не знаю. Кто это будет делать? Это будет делать Серега и вот этот чувак. Они когда работают вдвоем, у них боевой дух возрастает. Давай. Так, а вот это у нас что такое? Собирая силу и ход, дополнительно снижает уровень замерзания персонажа. А, дополнительно снижает уровень замерзания персонажа. Ах так, да? Очень хорошо. Опять вы будете вдвоем у меня работать. Улучшайте. Так. Короче, а это у нас высокие нары. Снижает усталость персонажа, поднимает его боевой дух. Дополнительно использованные предметы из группы повышает качество выполнения. Так. Не хватает хвои, да? Хвои, вижу, не хватает. Ладно. Так, в карантин у нас пойдет, короче, Леха пойдет. Что у нас за действие есть? Очищение ран, компресс от обморожения. Компресс от обморожения. Мы вот этому гражданину накладем. Но у него вроде нет обморожения. Ну давай ему сделаем компресс. Помогло ему? Ни хрена не помогло, по-моему, да? А, помогло. Помогло. Так, ладно. А Леха у нас сюда пойдет. Будет это, силы восстанавливать, да? Какие у нас есть действия? Очищение ран, ампутация, ампутация. Что-то ампутация я не хочу. Как. Уход за персонажем, собирай силы. А что ему, уход за персонажем? Или собирай силы? Ну и что, ему помогло, нет? Нет, он как лежал, так и лежит. А что там у него? Персонаж без сознания состояния, никаких действий. Вы можете привести его в себя с помощью присмотра или удовлетворительного патруля. Так, присмотр. Ну давай присмотр, какой там у нас еще? Уход за персонажем. Его. А, и за ним должен кто-то следить, да? Чему-то снять шкуру. О, сняли шкуру. Так, шкуру сняли. Он сидит теперь. Но какой-то он у нас замерзший. Так, замерзший. Замерзший. А что он у нас тут может согревать? Вот эта фигня, она дополнительно снижает уровень замерзания персонажа. Так, и как мне вот это действие? Перевязка ран, собирай силы, уход. Очищение ран, компресс, ампутация. Так, базовые медикаменты. Нет, значит только базовые. Ну получается что, собирай силы получается, да? Получается, собирай силы. Ну и что, ему помогло? Нет, я что-то не пойму. Не. А, да, замерзает меньше. Ага, замерзает меньше. Теперь вот это. Его надо перевязать. Тут что-то написано. Перевяжите рану. Ему надо перевязать рану. Фигня какая-то. Ну давай мы тебе перевяжем рану. Перевязка ран ему. Давай перевяжем рану. Давай. Я не против. Хотя нет, погоди, давай шкуру положим. У нас шкур много, мы еще их можем снять. Он. Лечить. Зашейте рану. Ну, зашили. Ну и что, все? О, все, прошло. Так, хорошо. Теперь у нас товарищ замерз. Так, моя кожа посинела. Да вообще вы меня, конечно, замерзаете. Так, значит, сер сейчас пойдет шкуры поснимает. Давай шкуру поснимаем. Снять шкуру с животного. А то у меня тут животные протухли. Протухли все животные, да? Дичи нету. А я думал, погоди, а что же у меня? Дичь пропала, да? Дичь пропала, блин. Печально, что дичь пропала. Я все очки потратил на то, что с вами сегодня возился. Вы жрать мне хотите? Немного замерзли. Значит, вот этого типа мы сейчас отправим сюда, чтобы он у нас согрелся. Слушай, у него вроде одежда хорошая. У него хорошая одежда. Какого же хрена он в этой одежде замерзает у меня, а? Так, ну вот, красного замерзания ни у кого нету. В принципе, их можно чем-нибудь накормить. Что у нас тут есть? Копченое мясо. Все хотят есть. Все хотят есть. Серега хочет есть. Чего такое? Ты есть, что ли, не хочешь? Все хотят есть. Так, всех накормил. Небольшое замерзание присутствует, да? Присутствует небольшое замерзание. И дичь у нас кончилась. Дичь у нас протухла. Пока мы тут с вами возились, дичь испортилась. Ладно.
За... А, погоди, у них остались еще очки. Они могут проверить силки. Сэр Эдвард пойдет силки проверит. Проверить силки. Ну, пусть сэр Эдвард проверит. А, слушай, мне надо улучшить его. Да. Мне надо его улучшить. Вот, смотри, улучшает. Вот, это улучшает, короче, силки. Да, у меня не хватает ткани. А это что такое? Дополнительно снижает урон строения, вызванный погодой. Так. Ну, давай. Давай. А, нет, не хватает, я понял. Хватает. Хватает. Так, и кто же у меня будет делать? Будет делать он и, допустим, сэр. Отлично. Отлично. Ну, улучшайте. Улучшайте чистокол. Так, улучшили. Все, очки ходов кончились у всех. Только у Вадика осталось одно очко хода. Так, эти у меня немножко. И мы их тогда сюда сейчас положим. Вадик, что ты сделаешь? Ну, сделай нам воды, Вадик. Вадик, сделай нам воды. Вадик, сделай красиво, да? Все. Отдыхать кладем Вадика и Серегу. Спи. Все. Они усталые. Остальные пусть у меня. Все, завершаем день. Так, гасим костер. Ага. И чаще надо обыскать, куда убежал Петруша. Петруша. Ветер проклятых. Хотя ваш частокол долго сопротивляется. Мы только новый частокол сделали. Пурга в конечном итоге пожрет все. Веревки не выдержат, и ветер гротесно взрывает деревянный частокол. Но это только начало бед. Буря поднимает фрагмент разрушенного частокола и разбрасывает их по лагерю. Так, короче, у нас доски раскидало. Ревущий ветер толкает вас на землю. Это все не важно. Что это было, черт побери? Вы живы еще? Урона никто не получил. Костер погас. Это пурга, подул ветер с севера. О метели мы говорили раньше, но может вы только слышали. Мы не только слышали, но и видели. Боюсь, мы сходим с ума. Так, одежда нужна теплая. Такой конец нас ждет. Безумным снежным аду. Мы выживем здесь уже так долго, мы не сможем сдаться. Ты же знаешь, что в этой метели невозможно собирать топливо. Животные сбежали из долины. Даже эти отвратительные корешки грибы засыпало. Посмотри-ка, что случилось с нашим лагерем. Ну все, хватит. Мы не дадим себя сломить любому ветерку. Да, короче, вы говорили, что о сборе топлива. Итак, смотрите, ветер нанес нам веток для костра. Ага. 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 О, костер загорелся. Не только животные покинули долину. Ренегаты также, кажется, не планируют быть засыпаны. Мы можем сжечь столько, сколько бы желаем. Ведь все же не так уж плохо. Мы выживаем. Молодец. Молодец. Так. Держать. Так. Транссибирская коммуна. Двигатель прогресса. Давайте про двигатель прогресса. Хотя это изобретение в конечном итоге подвело нас, вы должны признать, что железная дорога – великое благо для человечества. Говорит это сер, вроде говорит, да? Нет ничего только хорошего или только плохого. Хотите похвастаться британским... Нет ничего только хорошего или только плохого. Давайте мудрые ответы давать. Я думаю, что нет ничего только хорошего или только плохого. Железнодорожный транспорт также может быть носителем насилия. Вот правильно, Леха. А сэр Эдвард говорит, железные дорожные пути соединяют людей и далекие земли. Во всяком случае, вы сами говорите об этом в отрезке путей. Золотая пряжка России. Что не так же с более легким транспортом? Много страданий, например, финансовое мошенничество и большая экспроприация бедных, которые владеют землей вдоль железных дорог в Южной Америке. Ой, так, мне Петрушу надо убрать, а то я ничего не вижу. И в Соединенных Штатах также подведение ваших соотечественников, сэр Эдвард, железная дорога в Центральной Азии стала инструментом для установления имперского порядка. Капец. Может быть, я не понимаю, что вы... Может быть, но... Возможно, это правда. Я не отрицаю, что путем строительства путей и других объектов цивилизации мы подкупаем и ставим в зависимость от имперской торговли аборигенов. Но разве не лучше дать им морковку вместо военной палки? Во всяком случае, чем отличалось строительство вашего транссибирского маршрута? Вы купили землю таежника, вы с ними советовались? Может быть, это цена прогресса. Мы получаем все больше и больше, но с каждым изменением мы теряем частицу души. Правильно. Я не считал вас таким сентименталистом, Алексей Рабинович. Ученый человек должен быть похож на сентиментализм. Должен быть похож на сементализм. Одна нога в просвещении, другая в романтизме. О, подружился. Подведение итогов дня. Так. Боевой дух лагеря на максималочке. Так, с утра есть какие-то испытания? Сейчас опять. Не, конструкция была засыпана снегом. Частокол находится под снегом. Зато костер. А, все засыпало. Мастерскую засыпало. Все-все-все позасыпало. Ой, у них у всех растяжение. Они все позамерзли. Они все хотят жрать. Ой, бедолаги вы мои, бедолаги.
А что такое? Уголь? Не, уголь мы просто так жечь не будем. Блин. А чё он это не выбирается? Так. Где эта кора? Дайте мне эту кору. Чё она мне? Не пойму. Скачет тут. Чё кора скачет? А, ну вот это тоже только жечь. Не, погоди, давай на максималочку костер зажжем, пусть они греются. Где тут карат была? О, кора нам вроде там только на топливо идет. Так, сейчас день или ночь? Чё такое, ты бредишь? Так, да нет, он замерз. У этого что-то с ногой случилось. Чё написано? Отмороженная стопа, я понял. Нужно карантин разгребать. Так, вода. Давайте их напоим. Или хотя ладно, Серега, разгребай, пожалуйста, карантин. Здоровье. Здоровье. О, у этого здоровья мало. У этого здоровья тоже нормально. У этого здоровья. У этого здоровья. А у них у всех, кстати, здоровье на максималочке, да? Серега, разгреби нам, пожалуйста, карантин. А то тут мы попали. Мы попали, нам там надо это. Так, нам надо вот этому чуваку компрессор отморожения изобрести. Если, конечно, мне есть из чего его изобретать. Действие. Компрессор отморожения. Ему. Что там у нас есть? Да есть шкура. 4 штуки. Давай. Так, хорошо. Теперь компресс отморожения нужен Лёхе. Нужен Лёхе компресс отморожения. Лёха, Лёха, мне без тебя так плохо. А сердце суматоха, я точно говорю. Так, хорошо. Все замерзшие, по самой не балуйся. Все хотят жрать. Так, давайте кормиться. Что у нас есть такое съесть, чтобы я не готовил? Мясо протухло. Мясо все нахрен протухло. Нельзя использовать. Используй. А, можно их накормить сырым мясом? Не, не надо. Так. Ага. Кто тут больше всех есть хочет? Офицер у нас обычно быстро есть начинает хотеть. Так, ну что, приготовим что-нибудь горяченькое. И кого-нибудь надо на вылазку отправлять. Так, значит, сейчас будет либо Серег готовить, либо Леха. Леха будет готовить какую-нибудь вареную еду. На чем мы там можем приготовить? Суп. Для супа есть что-нибудь? Для супа есть корешки. Нет, их не хватает, корешков. Так, для яичницы. Копченая еда, что тут у нас? Копченая рыба, копченое мясо. Рыбы у нас никакой нету. Вкусное жаркое. Есть что делать? Нет, жаркого мы не можем сделать. Потому что у меня вся рыба пропала к чертям собачьим. Вкусный суп. Чего недостаточно? А, никого не назначил. Никого не назначил. Так, Леха будет варить. Так, Леха будет варить. Надо срочно на вылазку. Глянь, у нас мясо все просралось. Так, у нас кто пойдет на вылазку? У нас пойдет на вылазку офицер. И у нас пойдет на вылазку сэр Эдвард. Так, теперь. Кто тут еще замерзает? Леха замерзает. Так. Вадик. Вкусный суп есть из чего готовить? Будет готовить его Леха. Нужны ресики. Нам ресики нужны. Вкусный суп. Так. Вадику не давал, да? И не давал Сереге. Вроде всех накормил. Так, вы пока тут посидите, а значит Эдвард и офицер пойдут у меня на вылазку. Собрать экспедицию, отправить экспедицию. У нас идет Эдвард и офицер. Мы им с собой даем. Мы им с собой даем топор. Ну, пусть у Эдварда будет топор. Силки будут у офицера. Все, отправляемся. Где-то нам нужно искать Петю. А где Петя? Вот здесь у нас. Вот аж до сюда надо дойти. А здесь смотри у нас как. Мы не можем напрямую идти. Неизвестная река. Уровень риска безопасный. Одинокий охотник. По следам вы видите, что в окрестностях бродит один из ренегатов. Хотя вы мало что знаете о чтении следов, но кажется он один. Затрите свои следы, попробуйте выследить. Давай высадим его. Мы с топором и с нами отважный. Продолжайте искать следы. Убегайте отсюда. Выследите охотника. Ваш компаньон скрывается за широкой веткой, подавая тебе непонятный сигнал. В глазах у тебя темнеет от боли. Наверное, от ноги ничего не осталось. Тем временем свист прекратился. А, чё? В ногу выстрелили, да? Продолжаем. Чё там случилось? Да ничего, нормально.
Вроде у них никаких проблем нету. Он замерз. Чего? Ну, обыскать, чё? Чё не обыскивается-то, я не понял. А, экспедиция пропала? А, она пропала? Как пропала? Как пропала? Чё-то я не дочитал. Экспедиция пропала? А чё она так быстро пропала-то? Фигня какая-то. Ладно. Так, ладно. Фига себе, экспедиция пропала. Уход. Проверьте состояние больного, помогите ему восстановить здоровье благодаря базовому уходу. Дыхайте и восстанавливайте силы. Он согреется от этого. Так, погоди, а как их согревать? А, действие, компресс, отображение, очищение ран, уход, перевязка ран. Собирайте силы. Давай еще раз. Давай согревайся уже. У нас же там повышенная степень согревания. Ни хрена не согревается, ёперный театр. Так, у нас экспедиция пропала. Короче, лажа какая-то, да? Какая-то лажа. Так, что ты можешь, Серега, один сделать? Чистокол откопать. Ну, иди откопай чистокол. Ловушки он проверить уже не может. Так, все, экспедиция пропала. Что-то какая-то ерунда у меня произошла. Ай, забыл я костер погасить. Сейчас бандиты придут, я костер забыл погасить. Вот они и пришли, попались. С самого начала этого мрачного кричит ему след. Вадим бежит за ним, Алексей бежит за ним. Сергей бежит за ним. Ага, получил ранение. Сергей Иванов вскочил и погнал за нежелаемым гостем. Лучшее знание местности дало ему преимущество. Солдат свалил беглеца с ног на краю соседнего врага. Откуда он взял силы для такого спринта? Вероятность решимости не позволяет ренегатам окружить наш лагерь. Оба некоторое время боролись над обрывом, затем Сергей столкнулся с знакомцем в пропасть. Ого! Иванов старше встает, но у него в животе торчит нож. Ни хрена себе. Сергей Иванов вскочил и погнался. Так, погоди, ну. Вы быстро проверили дно оврага. Мужчины свернули шею и смотрят первым глазом в звездное небо. Вы знаете в нем одного из головорезов. Так, мы одного, короче, убили. И забрали с него одежду. Так. Сэр Эдварда, нет, что случилось? Он сообщил, что будет охотиться допоздна. Блин, мне его сейчас лечить надо. Да нет, и в любом случае со мной не откровенничал. Так, мне все это не важно. У меня там раненый Серега. Они наверняка не оставили нас. Это именно, чего я не ждал. Нет, они вас не оставили, они заблудились. У них там какие-то проблемы. Возможно, но это не наша проблема. Нет, это ваша проблема. Поэтому надо быть аккуратнее. Ну так ни о чем беспокоиться. Завтра он вернется, как вождь мятежников, прямо как в приключенческом романе Фенемора Купера и Майн Рида. Вышвернется. Нам бы не помешало немного оптимизма и веры в то, что наша история закончится позитивно. А точно, он взял дневник. Может, мы проверим, является ли он британским шпионом. Хватит, это совершенно неуместно. Так, паранойя Сергея, речь Вадима, мир станет единством. Сергей Иванов, что вы собираетесь делать после окончания войны? Там вообще-то у Сергея, по-моему, нож торчит из живота. Мне надо как-то это решать будет поутру. Революция заменит войну, хотя он был... Революция заменит войну, хотя бы... Хоть бы ты был прав. Надеюсь, ты прав, Вадим. Я мог бы видеть сны о зверствах войны до конца своей жизни, если бы они оставались только с нами. Так, я пропустил, что он говорил. Немецким рабочим достаточно понять, что они борются за свое дело, а чтобы заполнить мощную машину, крупу или маузера, они составят своих офицеров и станут плечом к плечу, чтобы сражаться, блин. Против кого? Потому что так, как вы говорите, Вадим, звучит так, как будто война никогда не кончилась и изменились только враги. Что ж, придется закончить революционную работу и победить всех сторонников войны. Но вы тоже сторонник войны, Вадим. Моя война положит конец всем войнам. Возможно, я неправильно выразился. Когда ты упоминаешь об этом, я думаю, что, возможно, я ошибался. Война не является целью революции. Цель бесклассовое общество и общее благо. Если же есть другие средства для достижения такой трансформации, то, конечно, мы ее достигнем. Так, все, наконец-то. Будем надеяться, что эти средства будут найдены. Все, подведение итогов. Так, ребята, что у нас поутру нас ждет? Тут каждый раз утром какие-то жопы настают. Да, ну конечно, да. Скрытный пожиратель. Утро принесло пугающее сообщение, некоторые запасы исчезли. Понятно, кто-то что-то сожрал. Ай-яй-яй-яй-яй, у этого рана, у этого разморожения.
Что там у него со здоровьем? А что, экспедиция не пришла? А, экспедиция не пришла. Ёперный театр. Экспедиция. А что, можно их двигать? Вернуться в лагерь? Нет, нельзя. Экспедиция... Сошедшие рельсы. Экспедиция пропала. Блин! Они больше, чем на 2 дня пропали. Это плохо. Мы их можем потерять. Погоди. А откуда у нас винтовка появилась? А, она с этим пришла вместе. С сэром. Так, Серега, пошли ран перевязывать. Пошли ран перевязывать. Что там нам пишут? У него и обморожение. И кров... А, или винтовку мы от этого отобрали. От которого избивали. Откуда винтовка взялась? Что это такое? Требуется ремонт сломанной винтовки. Это мы, наверное, у этого забрали. Одежда теплая. Так, у нас есть теплая одежда. Кого будем наряжать теплую одежду? Кто больше всех замерз? Кто у нас самый дохлый? Ну давай Лехе выдадим теплую одежду. Так, Лехе выдадим теплую одежду. Так. Серегу надо перевязывать. У него кровотечение. Так. Базовые. Перевязка ран. Сереженька, есть чем перевязать тебя? Есть. Перевязываем Сереженьке рану. Так, перевязали. У него все равно почему-то светится, что ему надо. Вот я не понимаю, почему я перевязываю, один хрен светится, что надо перевязывать рану. Я вот этого вот не понимаю. Че за бред? Сколько раз его надо перевязывать? Не понимаю я вот этого. Ну как, Серег, ну я ж тебя перевязал. Почему ты в крови, Серег? Я ж тебя перевязал, ёперный театр. Сколько тебе раз перевязывать-то? Че за бред? Ну какого хрена вообще? Ну перевязка раны. Зашейте рану, чтобы ускорить процесс заживления, снизить вероятность заражения. Я зашил ему рану. Чё за бред-то? Чё бред-то какой-то, я не понимаю. Вот обморожение прошло, а с перевязкой раны почему-то до сих пор какая-то хрень. Не понимаю я. Я не понимаю, чё за хрень. Так, все, а этого я от обморожения лечить не могу, потому что нечем. Последняя надежда на силки. Расширить. Можем расширить? Можем. Что тут у нас есть? Так, Серега и Вадик. Ага. Работайте. Солидные силки. Так, сначала надо вот это сделать, да? Знаком с окружающим миром, блокируй 10... А, собрать хворост! Ай, блин, надо же было это сделать, мы бы еще и хворост могли собирать. Так, ну что, давайте силки проверим. Действие, проверить ловушки. Ну, кто пойдет проверять? Ну, пусть идет проверять Вадим. Вадим, можешь проверить ловушки? Поймай кого-нибудь. Никого не поймал, да? Понятно. Понятно. Так, они пить хотят, они жрать хотят. Так, плохо, что у меня экспедиция, конечно, пропала. Это мне не нравится. Но ты тут делать ничего, дядя Саш, не можешь. Да не могу, ясен перец. Так, что-нибудь горячего вам приготовить? Да у нас это, почти все ресурсы закончились. У нас почти все ресурсы закончились. Вкусный суп я могу сделать? Ну, можешь, чуть-чуть осталось еще. Давай, ну кто будет готовить? Ну, Леха будет готовить суп. И как раз на троих нам хватит этого супа. Ну, давай, Лешенька. Давай, Лешенька. Где там этот вкусный суп? Что, просрал я все мясо? Не успел я его использовать? Это, конечно, обидно. Так, 2 очка у него осталось. Ну, раскопай. Раскопай, Лешенька. Раскопай, Лешенька, за носик. Так, ловушки. Ловушка для птиц. Не хватает. Ловушка для зайцев. Не хватает. Ловушка для рыбы. Не хватает. Понятно. Так. Снять шкуру животного. Животных у нас нету никаких. Дичи нету. Так, ладно. Базовые. Оружие, ловушка, разбивание материалов, резанный камень, палки. Палки. А что это? Разломав ветки на палке, можно лучше использовать их во время строительства. А, давай разломаем. Ветки на палке. Все. Финита. Ля комедия. У этого почему-то кровотечение по-прежнему светится. Так, ну давайте я сюда положу Вадика и Серегу. Спать. Серегу и Вадика.
Ну все, огонь уменьшаем, завершаем день. Надеемся на то, что к нам вернется экспедиция хотя бы через 2 дня. Но мне кажется, они пропали. Речь Вадима. Несмотря на эти мрачные обстоятельства, я доволен нашим маленьким экспериментом. Да я вот недоволен, что у меня экспедиция пропала. Бесклассовое общество. У этого один гемор в своей жизни. Бесклассовое общество. Ай, кому чего, а лысому расческу. Боевой дух спадает. Вот ты начал хрень какую-то тележить. Смотри, боевой дух начал-то падать. Скажу Вадиму, чтобы он заткнулся. Игнорируйте. Игнорируй фанфарона. Нет, затыкать никого не надо. Плохой, плохой у нас расклад пошел. Боевой дух упал. Скажу Вадиму, чтобы он заткнулся. Игнорируй болтуна. Не надо. Да давай заткнемся. Ой, да заткнись наконец-то. Мое настроение у нас никудышно, но диалог является основой понимания синтеза. Да, боевой дух, смотри, как упал. Попробуй заговорить его, лучше не отзываться. Подожди, раньше ты цитировал Маркса. Якобы нет никакого синтеза, решение конфликта может быть только... Так, он о нем хорошо подумал. Так, что там с боевым духом? Упал окончательно боевой дух. Да что ж такое? Ты что боевой дух наш это паршивец-то? Ты чё же наш боевой дух-то загнал такой в тупичок-то? Паранойя Сергей. Ну, осталось только паранойя Сергей. Сергей, почему ты так протестуешь против разжигания большого костра? Это, наверное, ясно. Мы должны прятаться от головорезов, которые пустили поезд под откос. Откуда мысль, что они все еще в этих местах? Вы же вчера слышали, как они охотятся. Ну, вообще-то, ну, да, мы одного убили. Поправка, ты слышал, тогда с тобой ничего не, никого не было. Никто из нас не слышал никаких выстрелов, правда? Подержи. Нет, давай, ну то есть либо того, либо этого. Ну подержи хоть кого-нибудь. Сергей сумел бы узнать звук выстрела. Ну да. Серега, да то он все-таки у нас. Если даже это было до метели, правда, конечно, прогнали мятежников и скрылся. А, погода прогнала мятежников. Эти мясники много раз возвращались к месту крушения, добивали выживших, крали все, что было возможно. Ты думаешь, у них нет базы где-то поблизости? Черт, я не подумал об этом. Так. Что там, боевой дух растет? Нет, подожди, вы слышали то, что я? Снова выстрел? Нет, звуки развивающейся гордости. Так, все, подведение итогов. Боевой дух лагеря, ну, не сильно упал. Ну, пусть экспедиция вернется, а, пожалуйста, экспедиция, вернись. Блин, поваленное дерево, опять какая-то хрень. Экспедиция не пришла. Ой, опять ему деревом долбануло. Да ёперный театр. Ампутированная нога. Этот персонаж не может выполнять действия экспедиции сбора. Ну как так? Какая нахрен ампутированная нога? Дерево падает в центре лагеря. В шоке. Вы принимаете сведения, что вы калека. Рука, нога все еще придавлена. Только балка, насколько сооружена. Остановить, продолжает высечь культю. Блин, ему ногу оторвало. Ну что такое? Экспедиция не пришла. Ну все, все пошло не так. Они все сдохнут. Я понял. Экспедиция пропала. У него что там? Рука поражена некрозом, должна быть ампутирована как можно скорее, иначе персонажа наступит столбняк. Да ёперный театр! Короче, я не буду их больше мучить, друзья мои. Мы на этом завершим и начнем новое выживание. Не хочу мучить Сергея, отрезать ему руку. Можно же прекратить всех страданий, просто чик выключить все и все, да? Да, не будем мучить Серегу ампутированными руками. Серега, живи с руками! Целостности и невредимости. Вот сейчас я тебе дам напоследок водочки. На, выпей. О, отлично. Выпил, опьянел. Так, ты тоже выпей. Ну, а ты покури. Кстати, мы ни разу не курили. Все. Заканчиваем эту ветку выживания. На сегодня все, друзья мои. Игра очень-очень интересная. Я, конечно же, продолжу в нее играть. Эту ветку не хочу продолжать, потому что не хочу мучить бедного несчастного Сереженьку, не хочу мучить. Кстати, а у меня есть сохранение, можно начать с того места, с которого я сегодня начал. О, а что это за восклицательный знак? Персонаж в шоке, теряет боевой дух при выполнении действий. Понятно. Что-то быстро вы рассыпались. У меня есть сохранение, но лучше, конечно, сначала начать, да? Но если что, у меня есть сохранение, потому что мы с Пашкой вдвоем играли, я делал сохранение. Можно начать опять с того места, которое было сегодня с утра. То есть не с утра, с которого я начал. Ну и лучше начнем новенькое. Я теперь знаю немножко механику побольше. Может быть, нам будет выживать проще. Все, друзья мои, всем спасибо, всем пока. Прекращаем мучить наших бездных несчастных персонажей. Не будем им отрезать руки. Я против отрезания рук. Все, желаю вам удачи в игре. Не болейте. В жизни тоже желаю удачи. До скорых встреч. Увидимся. Очень хорошая игра. Очень хорошая.